Эпидемическая ситуация в мире и в Десногорске в частности продолжает вносить свои коррективы, сказываясь в том числе на привычных и важных городских мероприятиях. Одно из них – ежегодная дань памяти о Чернобыльской катастрофе. Вместо привычного митинга – минута молчания о трагедии и цветы, которые возложили глава Десногорска Андрей Шубин, его заместитель Александр Новиков и председатель организации по поддержке пострадавших от Чернобыльской катастрофы Талият Мамедов. Чернобыльцы мне звонили, все просили, когда мы соберемся. Я им объяснил ситуацию, что в этом году этого не будет. Значит, торжественного митинга не будет посвящено. Но несмотря на это, администрация решила все-таки этот событие отметит. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.